1 июля в Краснодарском крае доступен новый налоговый режим – налог на профессиональный доход или, как его еще называют, самозанятость. Эксперимент по созданию категории «самозанятые» стартовал в начале 2019 года в 4 регионах страны. За год легализовали свою деятельность более 200 тысяч человек. С 1 января 2020 года к эксперименту подключили еще 19 регионов, а с 1 июля новый налоговый режим стал доступен по всей стране. О преимуществах налога на самозанятость и о том, как его оформить, нам рассказали специалисты налоговой инспекции. Новый специальный налоговый режим в виде налога на профессиональный доход призван помочь гражданам легализовать свои доходы от подработок и небольшого бизнеса. Законом не определен четкий список видов деятельности для самозанятых. Это может быть производство и продажа товаров собственного производства, а также оказание услуг. Основным условием для применения данного спецрежима является самостоятельное осуществление предпринимательской деятельности, то есть без привлечения труда наемных работников. Кроме этого, обязательным условием является предельный размер дохода. За год он не должен превышать 2 миллиона 400 тысяч рублей. Домашние кондитеры, бухгалтеры и юридические консультанты, таксисты, а также мастера маникюра, парикмахеры, репетиторы могут ощутить серьезные плюсы, зарегистрировавшись в качестве самозанятых. Самозанятым не нужно составлять налоговую отчетность и закупать контрольно-кассовую технику. Кроме того, не нужно платить страховые взносы. Стать самозанятыми могут и индивидуальные предприниматели, не закрывая ИП. Что касается налоговой ставки, то она снижена. Самозанятые платят 4%, если деньги поступили от физлица, или 6% с платежей от организации и индивидуального предпринимателя. Больше ничего платить не нужно, даже если поступлений нет несколько месяцев. Налог платится только по факту оказания услуги. И еще один немаловажный плюс. Для оформления налога на профессиональный доход не надо посещать налоговую инспекцию. Основное преимущество – это дистанционное взаимодействие с налоговыми органами. Для работы и регистрации плательщика достаточно скачать мобильное приложение «Мой налог», либо воспользоваться личным кабинетом плательщика. Посещение в инспекцию в данном случае не требуется. Мобильное приложение автоматически формирует чеки для клиентов, и информация о продажах поступает в налоговый орган в режиме онлайн. На основании сведений о полученном доходе, отраженных с помощью мобильного приложения, налоговый орган самостоятельно рассчитывает сумму налога к уплате, подлежащей к уплате. По итогам месяца на мобильное приложение плательщика приходит информация о сумме налога, которую необходимо уплатить, либо спишет ее с согласия налогоплательщика. На сегодняшний день количество плательщиков по Славянскому району, зарегистрированных в качестве самозанятых граждан, составляет 775 человек. Из них 80 – это индивидуальные предприниматели и 695 – физические лица. В числе первых на новый налоговый режим перешли сотрудники парикмахерской «Ласточка». Все преимущества работы в качестве самозанятых уже успели оценить. Сразу после пандемии, так скажем, как вышли на работу, так вот оформились самозанятыми. Но очень даже удобно. Во-первых, меньше платим налоги. А во-вторых, все онлайн по телефону можем с клиентом рассчитаться, чеком выдать клиенту, и сразу налоговая видит, что мы клиенту отдали чек. И работаем спокойнее, то есть нету отчетности, нету этой бумажной волокиты. Проще вот с документацией, там, допустим, у меня оно в телефоне, я никуда не бегу, времени не трачу на налоговую, там идти отчитываться, что-то это. Проще стало с этим. Кроме удобства и простоты оформления нового налогового режима, для зарегистрировавшихся в качестве самозанятых предусмотрена льгота. Налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. На эту сумму, с учетом определенных особенностей, уменьшается налог на профессиональный доход. Более подробно о специальном налоговом режиме и правилах его применения можно узнать на официальном сайте налоговой службы. www.nalog.ru. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».